Впервые в истории футбола в Анапе столько наград. Кубок Краснодарского края и Кубок чемпионов по футболу. Абсолютная победа нашей команды принесла нам самую заветную награду – Суперкубок. Все они выставлены в фойе администрации города. Награды переходящие, но мы желаем анапскому клубу сохранить лидерство. Болельщики с гордостью говорят о своих фаворитах. Рад то, что выиграли в этом году все титулы. Это чемпион края, Суперкубок, Кубок края. А Гоб Каладжан, это главный тренер Анапы, подобрал хороший коллектив. Поэтому, наверное, они прошли без поражений. Спасибо всем игрокам, которые отдавались на поле. Футбольный клуб Анапа вообще достойно выступать во второй лиге. И я думаю, не ниже седьмого места, как бы Анапа была бы. Даже в этом году по этому составу. Возрожденный по инициативе главы курорта Сергея Сергеева городской футбольный клуб уверенно вошел в историю анапского футбола. Свой вклад в победный для нашего города футбольный сезон внесли витязевцы. Бронза чемпионата Краснодарского края – команда «Понтас». А кубки до следующего года украсили новенький стенд в администрации города. Будем очень болеть за нашу команду, чтобы эти награды надолго прописались в Анапе.